В этот раз традиционные соревнования в честь олимпийского чемпиона Виктора Куренцова, который проводят для людей с ограниченными возможностями здоровья, начались с минуты молчания. 7 апреля легендарного спортсмена не стало, но дело его живет. Пожелать удачи спортсменам пришел сын тяжелоатлета Сергей. Вместе с отцом он участвовал в организации различных спортивных мероприятий в округе. В 2018 году эти соревнования стали продолжением программы для людей с инвалидностью, которую развивал Виктор Григорьевич. Находясь уже на пенсии, он организовал клуб для спортсменов, которые получили травмы в период подготовки к соревнованиям, и уже не могли выступать. И первый был курс реабилитации. Те были волейболисты, штангисты, борцы. И уже обратили внимание, что очень много желающих было и с города прийти заниматься инвалидом. После торжественного открытия разминка, а затем сами соревнования. В них участвуют 8 команд, 3 детских, остальные взрослые. Помимо участников из Одинцовского округа, есть команды из Волоколамска и Солнечногорска. Всего около 120 спортсменов. Мы не разделяем участников по нозологическим группам. Это принято в спартакиадах инвалидов и так далее. У нас допускаются все. Все желающие, кто может делать то или иное действие, спортивное, физкультурное. Даниилу 17. Он учится в 10 классе Старогородковской специальной коррекционной школы-интерната. В этих соревнованиях юноша участвует постоянно и регулярно становится лидером. Признается, что ему это нравится. Победа дает возможность быть сильнее и увереннее в себе. Первый раз, это было очень давно, я не помню, сколько мне было лет, я тоже занял первое место, сотка. Случайно, просто решил просто так сделать и сделал еще раз. А второй раз, ну, недавно, год назад, сделал сломанной рукой, тоже 100. А сейчас, как можно уже иметь другими руками, как и левым, и правым, то я сделал 200 чем-то. В программе соревнований 8 направлений. Среди них гиревой спорт, жим лежа, дартс, кульбутта. Также представлены дисциплины, входящие в комплекс ГТО для людей с ограниченными возможностями здоровья. Поднимание туловища и бросок теннисного мяча в цель. Параллельно идет турнир по паралимпийской дисциплине – голболу. Я думаю, что эти соревнования, почему они стали традиционными? Потому что хорошие награждения, друг друга все смотрят в глаза, все инвалиды. Им очень интересно друг с другом пообщаться. В завершении турнира победители и призеры получили заслуженные медали и кубки. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».